Земельный участок в собственности, только вид разрешенного использования – индивидуальное жилое строение. А по факту без разрешительных документов возведено здание столовой. В июле 2013 года администрация подала исковое заявление о сносе точки общепита. Иск был удовлетворен. Собственник подал апелляционную жалобу. Но решение о демонтаже осталось в силе. Владелец столовой разобрал точку общепита сам. Специалисты управления муниципального контроля в ходе ежедневного мониторинга курорта выявляют нелегально размещенные коммерческие объекты. Материалы направляют в суд, и объекты идут под снос.